потому что уже пришло время познакомить вас с народным ведущим сегодняшнего дня. И в студии у нас появляется Георгий Алборов. Коша. Георгий, прошу к нам. Здравствуйте, доброе утро. Присаживайтесь, пожалуйста. Доброе утро. Привет, доброе утро. Ну что? Вот наш очередной народный ведущий. Предлагаю для начала посмотреть такую короткую презентацию, как проходил кастинг, как он прошел его, а далее, собственно, познакомимся с ним лично. И я пришел сюда, потому что просто так. Я не знаю, зачем я сюда пришел. Добрый вечер, Алексей. Ну, расскажите, как вам это удалось? Вот это. Ну, не знаю, вот это самое. Приходят гости, они там постоянно что-то танцуют, показывают фокусы, там всякие там ведущие удивляются. Так, ну да. Давай все-таки зачем пришел? Давай выясним этот вопрос. Пришел на других посмотреть себя, показать, попробовать все свои силы в данном кастинге, посмотреть, на что я способен. Ну, просто интересный опыт. Ну, как-то вот, почему телевидение? То есть, может, детская мечта была какая-то там? Ну, или как? Раньше у нас был свой интернет-журнал, мы вели очень много различных выпусков, мы снимали, обозревали такие вещи, как какие-то городские события, либо какие-то предпраздничные события, снимали очень много разных отчетов. И, в принципе, я люблю работать с камерой, для меня это такой достаточно интересный опыт. Вот, прийти на телевидение и попробовать себя в чем-то новом. То есть ты уже, в принципе, не новичок в этом смысле? Ну, относительно, да. Я, наверное, любитель больше, чем профессионал. Ну, хорошо, давай теперь, как профессионал, вступай в свою непосредственную обязанность, объявляешь конкретные материалы, что у нас далее получится. Да, а дальше у нас Гаденко. Ага, отлично. Давайте. Конкурс, я напомню, что проходил и проходит сейчас, то есть отбирали красноярок, которые свои фотографии прислали. Они примеряют на себя брендовый такой костюм от ансамбля «Танцы Сибири», и вот за них можно сейчас проголосовать в нашей группе «Утренников Сафонтова» ВКонтакте. Пожалуйста, замечательные претендентки на победу. Сложный выбор, но можно это сделать. Что выиграем, если вдруг... Конечно же, 19 октября, вот до 19 октября можно голосовать в нашей группе «Утренний кофе» ВКонтакте. Ну, это из зрительских симпатий будет приз. А также 20 октября жюри, экспертный состав жюри подведет итоги именно их выбора, и мы узнаем, кому же достанется как раз и фотосессия, но также будет и приз зрительских симпатий, кукла от театра имени Гаденко. Ансамбля. Ну да, это вот все проходит сейчас, этот конкурс, это голосование, вы можете принять участие, экспертный совет выберет свое, но тем не менее можно что? Можно посмотреть кое-что. Да. Сюжет? Сейчас, да, ажиотаж костюмерного ансамбля «Гаденко», 6 красноярок примерили концертные платья танцовщиц, все они участницы конкурса, объявленного в начале октября. И прошли очень жесткий отбор. Какие костюмы выбрали наши красавицы, нам расскажет Ирина Денисенко. Давай.